коллеги, сейчас переходим к докладу, который называется «Галлюцинация ее структуры», а подзаголовок «Деконструкции конца света». Часть первая. Галлюцинация как семантический концепт. Поле смыслов. Ну, начнем. Давайте, раз мы так тихо и вежливо прослушали выступление Седжика на английском, никто не ерзал, все понимали, соопределение английского. Что такое a hallucination? A hallucination in the broadest sense of the word is perception in the absence of the stimulus. In a stricter sense, hallucinations are defined as perceptions in a conscious and awake state of the in the absence of external stimuli, which have qualities of real perception, and that they are vivid, substantial, and located in external objective space. То есть галлюцинация в широком смысле этого слова – это перцепция, то есть восприятие, при отсутствии стимула. Более узким образом, можно подумать, что все ясно. Нет, на самом деле, вот интересно, что вот с этими академическими определениями, мне кажется, что, о, ну теперь все понятно, еще подробнее. Нам что-то сказали, мы кивнули, а если мы еще раз попробуем так, профессор, сказать, что такое стимул и перцепция, то либо нас выгонят из зала, либо мы действительно пойдем в центр проблемы. Но в более узком смысле галлюцинация определена как перцепции в состоянии осознанном и пробужденном при отсутствии внешних стимулов, которые, то есть эти перцепции восприятия, имеют качество реальных восприятий, поскольку они очень живы, субстанциональны и располагаются во внешнем объективном пространстве. То есть нам, вот теперь мы после второго определения, казалось бы, нам лучше понятно, что такое галлюцинация, но не тут-то было, нас еще. Во-первых, отделяют галлюцинацию от псевдогаллюцинации. Психиатры. Псевдогаллюцинация – это та галлюцинация, которая имеет стимулы, но не те, как те, которые воспринимают. То есть нам что-то показывают, но фильм другой. Мы пошли посмотреть, например, Тарковского. В это время показывали «Три мушкетера». Мы пришли, говорили, какой хороший фильм Тарковского. Это псевдогаллюцинация. А если нам вообще никакого кино не было, то это уже настоящая галлюцинация. Тоже приблизительное определение. А дальше идет описание, какие бывают галлюцинации. Галлюцинации бывают визуальными, звуковыми, вкусовыми, запахи, тактильными, проприоцептивными, эквипроприоцептивными, ноцицептивными, термоцептивными, хроноцептивными. И основная их база, что галлюцинации, иными словами, может быть любое наше восприятие. В том случае, если не существует стимула, то есть некой объективной реальности, которая эту перцепцию вызывает и на которой она основывается. Но если, конечно, мы сейчас привлечем философский потенциал, то уже ясно, что где-то нам недостаточно будет этого психиатрического определения. Уже здесь какой-то подвох в самом названии. Поэтому для того, чтобы попытаться все-таки нащупать, что люди имеют в виду под галлюцинацией, более серьезно, что ли, мы обратимся к этимологии этого понятия. Где-то с 1600 года встречается в поздней латыни, искусственной латыни, понятие «халлюцинары» или «аллюцинары», созданное скорее по мотиву другого глагола «ватицинары», то есть предсказывать нечто, находиться в состоянии визионерства. И вот это «аллюцинары» означает бродить во сне, бредить, воображать, бессмысленно говорить. И еще «ramble and thought» – тоже хорошее выражение. Возможно, что галлюцинация происходит от греческого «халей», отического произношения «халей», то есть быть введенным в заблуждение, скитаться, блуждать. Соответственно, главным греческим корнем, перенесенные в латынь, именно errare, отсюда error, ошибка, блуждать, заблуждаться, бродить где-то. Здесь в русском языке слово блуждание породило очень важных несколько концептуальных
слов, таких, например, и понятий, таких как блуд. Блуд – это и есть заблуждение, блуждание, хождение вокруг да около. Ну и отсюда, кстати, церковно-славянское слово «блядь», которое означает женщину, которая заблудилась или потерялась, или блуждает, заблудившаяся, блуждающая женщина. Вот это понятие блуждания, оно постоянно воспроизводится в разных семантических, религиозных, смысловых, культурных концептах. И в самой главной суре Корана, «Альхамду лиллахи раббиль алямини», она заканчивается таким словом, для людей, которые, может быть, знают, знакомы с этим исламским, с этой исламской сурой, «Ихдина сиратуль мустаким, сиратуль лазина анхамкан, алайхам валадалина», то есть «Проведи нас», говоря, обращается к Богу, «прямым путем, не путем тех, на ком твой гнев, и не тех, кто заблудился, далина». Арабское причастие заблуждающихся, не проведи нас путем тех, которые блуждают. Таким блядским путем не проведи нас, проведи хорошим путем, обращается к Богу. И здесь Генон об этом подробно говорил, что есть движение вверх, это светлый путь, это путь тех, на ком благость Господня, есть путь вниз по вертикали, это путь тех, на ком гнев Господня, и есть блуждание душ по такому вечной периферии, который и есть вот как раз это мир галлюцинации, мир блужданий, мир заблуждений, мир бесконечного потока на удаленности от центра и от тех важных причин, процессов, которые там происходят. Помните, Данте поместил в преддверие ада людей, которых отверг рай, поскольку они слишком, ну, такие ничтожные, и ад, поскольку они ничего плохого не сделали. И они вот носятся, гонимые роем пчел. И вот это роение, движение под роем пчел вечно, оно неизменно, и люди уже хотят в ад, потому что там жизнь. Но их и туда не пускают, и говорят, ну, вы же ничтожные для ада, куда вас возьмем? Здесь такие люди посерьезнее, не случайно в аду Данте, очень много хороших персонажей. Там почти все хорошие персонажи, яркие, цельные такие характеры. А вот от сволочи всякой попадает в этот мир блужданий, мир в лимбус. Вот интересно, что большинство религий осуждают эти пути непрямые, пути, которые не являются сират аль-мустаким, вот этим арабским путем благости. И вот заблуждение, ну и отсюда пейоративное, отрицательное, уничижительное значение. Тех терминах, которые мы говорили, блуд, блуждание, даллина. И поэтому, на самом деле, легко понять, как из этого контекста религиозно рождается отрицательное представление о галлюцинации. Блуждение, а не подлинность, не реальность, заблуждение. Галлюцинация – это когда мы заблуждаемся. Перцепция есть, а стимула нет, если говорить психиатрическим языком. Но мы знаем, что в 20 веке некоторые очень уважаемые, почетные, престижные философы поставили перед собой задачу денонсации или демонтажа, ну скажем так, деструкции этой такой онтологической ясности, где есть прямой путь, где есть трансцендентное, креатор. И в частности Мартин Хайдеггер в своей вообще жизни философской и начиная с Зайнунцайт, ставит как раз под сомнение этот онтологический путь утверждения этих вертикалей, разного рода платонических топик, которые ведут к верху и презирают блуждание. И одна из гениальных работ Хайдеггера называется, как вы знаете, сборник его важнейших программных текстов «Хольцвеге». «Хольцвеге» – это название, которое на французский, например, переведено как «Le chemin qui ne mène nulle part» – «Пути, которые никуда не ведут». «Хольцвеге». Сам Хайдеггер описывает это понятие «Хольцвеге», специфически немецкое, даже западное немецкое, шварцвальдовское, как движение по лесу, «Хольц» – это дерево, можем широко, древесное блуждание по лесу, где тропинки то появляются, говорит Хайдеггер, то теряются. Вот хождение по лесу с тропинками, которые то ли тропинки, а то идешь по ней, раз, она прекращается. Кто гулял по лесу, знает, что иногда бывает такое, шел, пришел елка, и все. И только либо назад, либо по каким-то зарослям папоротника надо выбираться. То есть вот это путь, который то ли путь, то ли нет, блуждание по лесу для Хайдеггера является символом и знаком метафоры новой философии. Философии, в которой движение по прямым траекториям заведомо
рассматривается как неправильная, а предлагается рассмотреть метафору Хольцвега пути и блуждания по этому лесу с исчезающими тропинками, как наоборот, единственную возможность правильно и корректно философствовать, начиная не с эссенции вот этого прямого пути, а именно с экзистенции, где все более хитро и запутано. Ну и, соответственно, в этом отношении можно сказать, что и философ, и поэт для Хайдеггера — это те, которые блуждают. Отсюда вот Судихтер, Тольдерлин, который Хайдеггер очень любит, те, которые блуждают в одинокой ночи, славя Диониса. Это к чему поэт так заканчивается? Вот Судихтер. Так вот, и философы, и поэты нужны для того, чтобы блуждать в ночи. То есть мы имеем дело с фундаментальной переоценкой галлюцинации. Галлюцинация на самом деле в этом хайдеггерианском смысле рассматривается отнюдь не как нечто порочное и позорное, а как нечто гораздо более относящееся к истине бытия, к открытости, нежели сложные онтологические конструкции. Теперь вторая часть. Субъект галлюцинации в монотеизме. Ну, в отношении того, что в психиатрии нет, конечно, сомнения в объективной природе из воспринимающего субъекта, того, кто принимает перцепции и самих стимулов, это понятно. Мы имеем дело с тем модерном, о котором говорил наш друг Седжвик, который начинается с довольно простой модели. Есть субъект и есть объект. Декарт. Res cogens и res extens. И мы как бы попадаем заведомо в такой в мирок, почти в райок, в театральный, слепленный из бумаг и картона маленький театр новогодних мистерий для развлечения детей, где все очевидно, где есть субъект, где есть объект, и их реальность, она является объектом эвиденции, на самом деле. И отсюда понятно, что в психиатрии модерна, в философии модерна, понятно, как трактуется галлюцинация. То есть есть субъект, который должен воспринимать, и есть объект, и вот субъект должен воспринимать этот объект правильно. Если он воспринимает этот объект правильно, значит, это нормальный человек. Если проблемы с восприятием правильным объекта, значит, это галлюцинация. Если объекта нет вообще, значит, соответственно, субъект галлюцинирует относительно объекта. Грубо говоря, выдумывая его из ничего, в отличие от псевдогаллюцинации, которая все-таки что-то оставляет на стороне объекта. Так вот, такое определение галлюцинации, когда субъект блуждает относительно объекта, сегодня, после огромной работы по рефлексии истока философии модерна, после вот гигантской деконструкции и деструкции, осуществленной постмодерна, ничего, кроме улыбки, у серьезных специалистов, экспертов философии, такое понимание не оставляет, поскольку бытие субъекта и его онтология, и бытие объекта давно распознано как весьма спорные конвенции, как конструкции, имеющие под собой довольно серьезные натяжки, и уж, по крайней мере, любое их основание после Канта вполне может и должно ставиться под сомнение. То есть, что такое субъект и что такое объект — это вещь в себе. И бытие ни субъекта, ни объекта, автономное, еще независимое, такое бравурное, картезианское, сегодня, пожалуй, никто не отважится доказывать из серьезных, компетентных мыслителей. Поэтому нас это особенно не интересует, а галлюцинация интересует, потому что галлюцинация — это как раз то свободное состояние, которое может быть в отсутствии, например, объекта. Ну, об этом изобретение уже звучит. Значит, если возможно некое очень интересное переживание, просмотр фильма без кинотеатра, без киномеханика, без экрана, без телевидения, без режиссера, то мы оказываемся в ситуации, которая, с одной стороны, достоверна, что кто-то смотрит эту галлюцинацию, но одновременно мы сталкиваемся в ситуации, где в принципе объективный носитель этой галлюцинации может вполне отсутствовать. Соответственно, галлюцинация интереснее, чем модерн.
И хотя это слово, как мы с самого начала видели, появилось в модерне, на самом деле можно обобщить галлюцинации и придать ей более такой, скажем, космический характер. В этом случае мы можем подумать, а что является галлюцинацией или ее аналогом в монотеистической конструкции, в монотеистической доктрине. То есть здесь возникает очень интересный момент. Как определяется онтология в религиях монотеистического толка? Откуда берет представление субъект, например, человек, что он есть, и, соответственно, это он воспринимает перцепции, и откуда берется уверенность, что есть то бытие или тот мир, который через эти перцепции ему говорит о себе? То есть откуда берутся стимулы и перцепции? С точки зрения монотеизма, истоком и обоснованием и того, и другого является не первое, не второе, а нечто третье, то есть Бог. Бог-творец, который и снабжает субъекта и объекта бытием. Это очень хорошо понимал Хайдеггер, который говорит, что христианская теология отвечает на онтологический вопрос о том, каково бытие субъекта и объекта, одним простым указанием. Это есть ens creatum. И именно потому, что это есть креатум, поэтому он и есть энс. То есть бытие сущее, есть сущее, сущее, то есть оно имеет отношение к бытию и в субъекте объекте, потому что оно создано Богом. Соответственно, именно это является онтологическим основанием классических монотеистических конструктов, таких как христианская философия, иудаистская философия, исламская философия и религия, соответственно. Поэтому, как только мы попадаем в мир монотеизма, в мир религиозный, для нас разобраться с галлюцинацией несколько проще. Что такое, ведь бесноватое безумие существовало и раньше, до начала нашего времени, хотя Фуко блестяще показывает, как меняется концепт безумия в модерне, постепенно, пошагово, на самом деле, конечно же, безумные существовали раньше. Так кто же такой безумный с точки зрения монотеизма? На это можно ответить словами из Псалтыри о том, что сказал безумный в сердце своем несть Бог. Это потом повторяет Ницше в своем пассаже о безумном. Где он говорит, Бог умер, мы убили его, вы и я. Это очень важный момент. Кто такой безумный? Тот безумен, кто галлюцинирует, тот, кто отрицает существование Бога. Тогда и субъект, и объект, то есть тот, кто испытывает перцепции, и те стимулы мира, которые являются источниками этих перцепций, по сути дела теряют свое основание. Они теряют энс, они теряют свое бытие, они перестают быть сущи. Не только внешний мир перестает быть сущим, но и внутренний мир, человеческое сознание, человеческое я, человеческое эго перестает существовать, если это эго не есть креатум, энс креатум. А для того, чтобы быть энс креатум, должен быть креатум. Поэтому, на самом деле, возникает очень интересный момент, что таким образом, чем является галлюцинация в монотеистической перспективе. А галлюцинацией становится поле реальности, если из него извлечь Бога. Таким образом, формальное или неформальное извлечение Бога-творца из картины мира с точки зрения религиозного взгляда на эту картину, превращает ее в галлюцинативное поле. Потому что никто более при вынесенном за скобки Боге, креаторе, не может обосновать онтологическое бытие ни субъекта, ни объекта. Соответственно, мир превращается в галлюцинацию, стимул исчезает, перцепция повисает в воздухе, и даже тот, кто является субъектом концепции, ставится под вопрос. Ну, конечно, это обнаружилось не сразу, хотя, кстати, как ни странно, гораздо быстрее, чем мы думаем. Потому что Кант, поставивший вопрос о Динкензике, о вещи в себе, уже на самом деле подошел практически вплотную к постановке под вопрос о бытии объекта. Обычно мы обращаем внимание на то, что кантовская вещь в себе относится к тому, что объект не обоснован онтологически. Но если внимательно посмотреть критику чистого разума, необоснованный субъект точно так же. И субъекты есть Динкензике.
Просто мы обычно читаем Канта уже исходя из таких кантианских, более субъективистских, более субъектных его версий. Но, что самое главное, что если мы посмотрим на эпоху модерна, которая сконструируется как вынесение Бога-творца за скобки, мы получим поле галлюцинации. Иными словами, эпоха модерна есть эпоха галлюцинации, если посмотреть на нее глазами религиозного человека. Или даже не религиозного, но убежденного, скажем, в том, что искреннее исследование онтологии должно вестись вне таких пропагандистских лозунговых систем. Чем, кстати, и оказался постмодерн, который не имел ничего против модерна, кстати. Он прекрасно следовал до какого-то момента за модерном, пока не обнаружил, что топика модерна не обоснована. И вот это по подозрению Канта, что субъект и объект в бытии недоказуемы, что это уже просто стало фактом, который больше невозможно скрывать. Итак, здесь тоже любопытно задуматься о том, а какой смысл мы вкладываем в понятие творения, креация. Любопытно, что в разных языках, греческом, латинском и славянском, этот термин имеет разные протоконнотации такие символические. Вот очень меня заинтересовала этимология славянского слова «творение». Оказывается, слово «творение» это происходит от слова «растворение». Мы думаем, что наоборот, «раз» это «затворение», точнее. На самом деле это охотничий термин, который связан с гоном животных и с заключением животных в тупик. Потом он был заимствован скотоводческой практикой, затворение скота в стойле. И, соответственно, творение таким образом есть приручение зверя, превращение зверя в скот. То есть из одомашнивания, доместификация, оккультурация такого сложного и распадающегося огромного хаотического мира, загнание его в некие фиксированные формы. То есть творение – это загон. И Бог как бы загоняет растекающуюся субстанцию бытия в порядок. Поэтому Ens Creatum на самом деле одновременно возникает вместе с этим, с превращением дикого зверя, который еще не создан, не сотворен, в зверя такого прирученного. Вот это загнание в стойло есть творение, очень интересная этимология. Креация, индоевропейский корень, латинская креация, это «кер», означает «расти». Отсюда и «церос», богиня латинская, и, кстати, «каре» – «дело». И здесь речь идет о том, что творится то, что произрастает. Ну, здесь, конечно, более такая динамичная, более органическая модель. Это скорее сельскохозяйственная метафора, а не скотоводческая. А греческая «демиургос», платоновский «демиург», тоже творец, это уже ремесленная метафора. Вот так мы видим несколько направлений архаического хозяйства, которые лежат в основе очень важных онтологических моделей монотеистических традиций. Часть третья. Майя или гомо иллюденс. Здесь, ну, что касается классических монотеистических философий, мы это как бы рассмотрели. Чем является галлюцинация? Галлюцинация есть непризнание или вынесение за скобки Бога, которое тождественно безумию и блужданию. Если Бога нет, то все позволено. Это очень важно. Но на самом деле, что значит «все позволено»? Если Бога нет, то в мире больше нет ни верха, ни низа, нет ни права, ни лева, нет внутри, ни вовне, на самом деле. И сам мир, как организационное начало, исчезает. Поэтому, на самом деле, и мир вместе с Богом гаснет, и тот, кто в мире, субъект вместе с этим гаснет. Здесь как раз довольно все понятно. Но давайте посмотрим на другой тип философий, в том числе религиозных и мистических философий, которые рассматривали само возникновение мира в более проблематизированном смысле и в более диалектическом смысле. Ну, например, неоплатоники, которые вслед за первой гипотезой Парменида в диалоге Платон говорили о том, что существует внеонтологическое предбытийное, это очень важно, единство, хэн, которое парадоксальным образом, обязательно предшествуя бытию и не являясь бытием, это меонтологическая, неонтологическая вещь,
каким уникальным образом это бытие, как второе, хотя бытие является первым, потенцирует, приводит к жизни, хотя самим не является. Это нет идеи творения, потому что здесь единое выступает и не как личность, и не как некое начало, и не как бытие. Более того, это принципиально как небытие. И вот такой неоплатонический дискурс после Сириана в афинской школе, особенно в позднеплатонизме, Прокла и Дамаске развитый, рассматривает мир как излияние несуществующего единства. Хэн не существует, и первое, не единое, это бытие. Бытие, которое приходит как бы в каком-то смысле почти как отрицание единого, как не единое, как нечто, не совпадающее с ним. Поскольку, ну и дальше, вот эта огромная, сложная модель платонического дискурса из Парменида, именно потому, что если бы мы приписали единому первому началу свойство бытия, мы бы одновременно приписали ему свойство множественности, свойство небытия, свойственно бытия перед лицом чего-то, и то, что Генон прекрасно описывает, говоря о превосходстве метафизического нуля над метафизической единицей. Итак, если мы, точно так же действует модель не только неоплатонизма, но и адвайта ведантизма, в котором тоже утверждается недвойственность, не наличие Бога, который творит мир, и мира, который сотворен этим Богом, а вообще отсутствие как такового Бога и отсутствие мира через определенное диалектическое единство и небытие и того и другого. То есть эта диалектическая, адвайтическая модель на самом деле, конечно же, дает нам совершенно новый взгляд на реальность. И какова эта реальность? Эта реальность в абхеда-шиваизме называется, и в индуизме шире, называется майя. Мы привыкли отождествлять это с иллюзией. Ну и в принципе правильно, но может быть тогда внимательно посмотреть, что такое иллюзия и от какого термина это слово произошло. Иллюзия произошла от слова «людэнс», играющий, «лузио», игры. «Ин лузио», иллюзия, это находиться в состоянии игры. Это не значит, что это нечто нереальное. Игра не противопоставляется реальности, наличности. Нет. Игра противопоставляется серьезности. Игра противопоставляется слишком четкой фиксации, неподвижности. Игра – это движение. И вот иллюзия – это быть в игре. В данном случае «ин» не отрицательная частичка, а «вот». Быть в игре – это значит быть в состоянии иллюзии. Мы опять подходим к нашей галлюцинации замечательной. Соответственно, майя есть игра, есть иллюзия, и быть внутри майи – быть внутри игры. Здесь отсюда возникает фигура, если там, парафразировать Хейзингу, а гомо, у него был гомо-люденс, такой гомо-иллюденс. Человек иллюзирующий, человек – находящийся в состоянии иллюзии, пребывающий иллюзии человек, как часть процесса глобальной иллюзии. Вот это очень близко. Мы подходим на самом деле к концепту человека галлюцинирующего. Человек, который является фрагментом галлюцинации. Но теперь момент очень важный. Кстати, по поводу игры, в самом индуизме есть концепт лила, который описывается как процесс космогонии. Именно этот игровой характер мира является основой индуистского, особенно шиваистского, абхеда-шиваистского подхода к пониманию философии. Мир есть игра, мир есть иллюзия. И почему это иллюзия? Потому что на самом деле в мире никогда ничто не тождественно самому по себе. Что вот как в игре, там, щенят, о чем пишет, кстати, Хейзинга, даже у животных есть игры, когда щенята изображают войну между собой, они, кусаясь, никогда не прокусывают друг друга ухо. То есть есть определенное представление о дистанции по отношению к тому, что ты делаешь. И вот в отношении игры существует принципиальная обратимость, в отличие от, например, других серьезных действий. Обратимость – раз, двусмысленность – два, и всегда некая очень деликатное, мягкое и сложное одновременно растворение однозначности.
То есть всегда вот мы на что-то видим, думаем, это нечто. И игровое отношение к этому нечто означает вкладывание, что мы понимаем, что это нечто, но вдруг это нечто еще и не это, то, что мы думаем. И вот этот игровой, играющий взгляд как раз порождает представление об иллюзорности мира как состояние игры. Но теперь, кто с кем играет? Уже новая топика. Ни модерн, ни монотеизм. Мы пришли к адвайта-ведантизму или неоплатонизму. Кто с кем играет? И здесь, да, кстати, здесь можно вспомнить того же Гераклита, который говорил, что время, а точнее вечность, айон, есть играющий в кости ребенок. И этот ребенок имеет отношение к царству. Вот здесь очень тоже тонкий момент, что Ойген Финк, ученик и друг Хайдеггера и Гуссерля, он написал замечательную работу «Игра как образ мира», когда он на основании гераклитовского 54-го фрагмента как раз развертывает представление о сущности мира в досократическом философском контексте. Это довольно похоже на адвайта-шиваистское представление о майе. Быть в игре, быть в галлюцинации. И в этом отношении как раз вопрос об отсутствии стимулов и о ложных перцепциях на самом деле становится совершенно расположен совершенно по-другому, потому что стимулов нет. Отсутствие стимулов есть сущность игры. И перцепции всегда ложные. И вот то, что мы перечисляли, какие бывают галлюцинации, звуковые, световые, вкусовые, вот это на самом деле наше восприятие мира есть не что иное, как соткано из этих галлюцинаций. Кстати, эта тема в буддизме развита, как то, что человек в бытии это поток дхармы, а отнюдь не какая-то фиксированная вещь. Отсюда принцип и анатмы буддийской, принцип шуньяты, принцип пустоты, то есть принцип игровой природы реальности. И здесь, да, точно так же у неоплатонизма, единое всегда находится за. Но раз оно находится всегда за, и как-то, поскольку оно не присутствует нигде внутри этой игры, потому что единый не может заблуждаться, соответственно, все, с чем мы имеем дело, как с ней единым, это в каком-то смысле и не есть. Здесь нету последнего основания. Последнего основания нет вообще нигде и никак. А кто является в данном случае играющим? Вот это очень интересно. Является ли этот является ли человек играющим, гомо-людос? Нет, он является гомо иллюденс. Человек является тем, кто брошен в эту игру, и он до конца не уверен, играет это или нет. Иными словами, возникает понятие обмана. То есть человек есть в таком контексте существо обманываемое и обманутое. И более того, как только человек перестает обманываться, он перестает быть человеком. Кем он становится? Ну, как минимум, богом. Или ничто. Но во всяком случае он перестает быть человеком. Если человек есть, значит есть обманутость, есть факт обманутого. И этот вот обманутый на самом деле доставляет наслаждение тем, кто представляет структуру реальности, относясь со всей серьезностью, девоцией, страхом, ужасом. Люди на самом деле развлекают богов. Об этом тоже, кстати, говорил Гераклит, о том, что боги легки. И боги живут смертью людей, потому что на самом деле человек в той степени является смертным, в котором бессмертен Бог. Он в той степени является человеком, в котором он является обманутым. Переставая быть обманутым, он исчезает из человеческого мира, и мир исчезает вместе с ним. Так вот, интересно, что какова структура природы майи? В этом отношении есть два подхода. В отношении, понятно, что есть в индуизме двайта-ведантизм и адвайта-ведантизм, но есть, оказывается, отношение к майе двайта-майя и адвайта-майя. Что значит двайта-майя? Двайта-майя рассматривают вот эту организующую мир силу, силу галлюцинаций, как нечто отличное от того, кто стоит в центре ее. То есть отличие галлюцинаций от автора галлюцинаций. Таким образом, двайтическое представление о майе дает нам в конечном итоге двайта-ведантистскую модель, которая распространена в вишнуизме
и в рамках которой Бог рассматривается как индивидуальное существо, а люди рассматриваются как носители совершенно другого низшего бытия, никогда не способные осуществить высшее тождество. Соответственно, есть галлюцинация, игра, и есть Бог, который ей не подвержен. Таким образом, майя представляет собой второе бытие, нежели бытие принципа. Это двоэтическое представление. Интересно, что именно двайта, ведантизм, дает нам философскую и религиозную топику, ближе всего подходящую к монотеистическим религиям. Практически вплоть до теории у некоторых вайшнавистских философов, теории предназначения в духе, ну почти что ли, протестантов швейцарских. Соответственно, ну это по ходу дела. Так вот, нас, конечно, интересует, что такое адвайта майя. Как понять майю, недвойственность? Вот эту недвойственную галлюцинацию, она действительно представляет огромный интерес. Что такое недвойственное понимание галлюцинации? Это понимание того, что галлюцинация, конечно, не есть реальность, но и не есть реальность. Соответственно, галлюцинация не просто скрывает, как небытие, за собой некоторое находящееся в скрытом, вдалеке бытие, а на самом деле, что этого скрытого-то бытия вообще, строго говоря, нет. В той мере, в которой есть все нескрытое бытие. Или, можно сказать, это скрытое бытие в той же мере присутствует в майе, как и отсутствует в ней. Это недвойственное представление о майе порождает совершенно новый взгляд на онтологию галлюцинации. Галлюцинация в данном случае перестает иметь вообще какой бы то ни было пегеративный, уничижительный смысл, вообще, вот среди всех, которых мы разобрали, и становится в каком-то смысле таким, скажем, озадачивающим откровением, которое не особенно чего-то открывает дополнительное и одновременно меняет все. Это как раз есть перспектива, кстати, Дживанмукти и такого радикального, крайнего адвайтизма, который утверждает, что для того, чтобы освободиться от мира, надо не делать ничего, например, первое предложение, продолжать жрать, пить, гулять, вот существовать как полные, как все остальные, на самом деле. Это и есть высшая форма духовного откровения. Но до предела эту идею такого самого классного освобождения, на мой взгляд, доводят разные представители тантрических групп, таких как кабалики, акхори, которые предлагают, наоборот, заниматься самыми гнусными вещами. Тантристы, в принципе, начинают с того, панча-тантра начинается с предложением панча-мака, 5 запрещенных в индуизме вещей. Предлагается их делать, но понимая, что они запрещенные. Совершая запрещенные вещи, преодолевая преграду, тантрики на самом деле осознают, что никакой преграды нет. И точно так же, как нет различия между Шивой и Майей, точно так же нет между запрещенным и разрешенным. Но в рамках вот этого высшего героического единства, почти божественного единства, которого идут от животного состояния Пашу через героическое состояние Вирью и к состоянию Диви, члены тантрической каулы. Так вот, крайние формы тантрических шиваистских моделей предлагают заниматься совсем уже мрачными вещами, жрать трупы, вести себя самым непотребным образом, опуститься, ползать на четвереньках и совершать некие такие безобразия, не укладывающиеся в голове у индуса. То, что делают копалики или акхори с точки зрения современного европейца, покажется просто таким почти обычным способом. То есть нас даже не вдохновит на самом-то деле, поскольку, например, есть рыбу, является одним из страшных преступлений в индуизме. Но про мясо я не говорю, соответственно. Поэтому, что касается таких вот реальных ужасов акхори и копаликов, их даже сложно вообразить там в европейском современном такому имажинеру, поскольку они невинны просто, они добрые, хорошие, порядочные буржуа с нашей точки зрения. А с точки зрения индусов копалики это что-то кошмарное. Так вот, основная идея вот этого движения крайних шиваитов заключается в том, на самом деле, что нет различия между чистым и грязным.
нет различия между разрешенным и запрещенным. Соответственно, майя и есть Шива. То есть майя есть шакти, а шакти есть Шива. И на самом деле, будучи разными, они этими разными не являются. Соответственно, конечно, можно сказать, что мы имеем дело лишь с галлюцинацией, но одновременно от отрицательного, два это отношения, мы можем сказать, изменить тембр отношения к галлюцинации. Можно сказать, да, с галлюцинацией, вот здорово. То есть это не будет разоблачением и пробуждением ото сна, но это и не будет сном, каким это состояние является у непросвещенных, непосвященных метафизиков. Возникает совершенно особое отношение к галлюцинации, которое на самом деле тоже в свою очередь галлюцинаторно. То есть на самом деле, как галлюцинация сбивает нас с толку, погружая в игру, если мы слишком рано скажем, это все понарошке, я знаю результат, я знаю, кто победит, мы на самом деле сорвем самое главное. Поэтому здесь возникает очень интересная вещь, что разоблачение того, что мы имеем дело с нереальным, ненастоящим миром, которое, в общем-то, служит серьезнейшим аргументом не только религии, но и мистики, вдруг теряет свою валидность. Да, мы имеем дело с подложным миром. Да, то, что мы воспринимаем за реальность, таковым не является. Да, мы находимся в состоянии фундаментального обмана. Да, мы бредим, мы спим, мы галлюцинируем. Вот как бы стремление проснуться, это само собой есть возникающее явление. На этом основано такое освобождение, мокша, нирвана в буддизме. Но есть в метафизике те, которые говорят, слушайте, проснуться, это здорово. А может быть, не просыпаться? Понятно, что простых людей не спрашивают. Ну, простые люди бредят и спят, и развлекают богов. Вот кто-то догадывается, что все обстоит не так. Что во всем все не то, во всем подвох, символов нет, мы живем где-то в закодированном, ложном мире, что наши перцепции нас обманывают. И кто-то вдруг выбирает другое решение. Не просыпаться, но и не спать. Уже больше нет возможности признать галлюцинацию как реальность. Галлюцинация признается как галлюцинация, но ставится вопрос, а есть ли вообще реальность, что это такое за реальность? И где ее основание? И вот тогда возникает эта Абхеда Майя, доктрина Абхеда Майя, когда Майю воспринимают как Майю, но не двойственно. Очень тонкий и сложный момент, и здесь я хотел бы сделать маленький парантезис относительно политического тантризма. Оказывается, в тантризме, который практикует этот Абхеда Майя подход, существует и политическое измерение. О нем мало что известно, но на самом деле стоит копнуть. Мы это как раз видим, что во многих индийских традиционных, а также буддийских и даже китайских политических системах существует особая тайная тантрическая инициация короля. Причем существует жесткое дублирование иерархии классического индуизма или буддизма, где во главе стоят кшатрии, короли, с одной стороны, которые подчинены брахманам и является частью классической политической системы традиционного кастового общества. Но вот эти короли, раджи, они на самом деле с точки зрения политического тантризма рассматриваются как носители такого как бы иллюзорной иерархии, не осознающей своей подлинной природы. И вот в некоторых случаях существует особый тип королевского посвящения, который практикуется особым типом тантрических брахманов, и тантрических представителей Каллы, которые посвящают Раджу в статус Чакраварти, то есть в статус не дуального властителя. Обычный властитель – это властитель иллюзорный, властитель только внешнего мира, властитель реальности. И как таковой его полномочий для того, чтобы быть властителем, недостаточно, потому что он сам обманутый, правящий над обманутым. Соответственно, он не имеет онтологического превосходства над ними, и значит, его правление нелегитимно считают тантрики. Как обеспечить легитимность правления правителя с точки зрения адвайта
тантрической, необходимо посвятить его в особый статус, не являющийся, само собой разумеющийся, в случаях королевского посвящения. Это статус Чакравартина. Интересно, что Кукай, который привнес буддизм Шингона в имперскую Японию, также принес с собой особые традиции посвящения политического тантризма. Императора после распространения буддизма в Японии стали посвящать особым образом в новый статус. И вот в чем смысл этого королевского статуса Чакравартина? Кстати, в некоторых традициях, и в китайской традиции, в конфуцианской, и в буддийской традиции Тибета эти обряды сохранились до самого последнего времени. В частности, Далай-лама, хотя он духовный глава, он тоже посвящается в ходе кала-чакры, специального ритуала, в статус этого Чакравартина, который рассматривается как манифестация или проявление короля Шамбалы, того короля, который правит неизменно и который обладает полной легитимностью по отношению к частичной легитимности светских правителей других систем. Вот что здесь происходит? Что такое это тантрическое посвящение царя, в императоры, можно сказать, в Чакравартины? Это идея фундаментального приведения заблуждающегося, непробужденного и обманутого господина, превращение его в пробужденного, но одновременно играющего господина. И вот тут мы понимаем вот эту связь в 54-м фрагменте Гераклита относительно играющего ребенка и царства, потому что он заканчивается очень сложной формулой «Paides e Basileiae». То есть, эту фразу мало кто может адекватно перевести, потому что эта фраза содержит в себе мир. Ребенку царство, можно так сказать. И здесь, конечно, христианские толкователи, греческие, конечно, Гераклита рассматривали как провозвестника Логоса. Ребенку царство, божественному ребенку царство подлежит, можно сказать так. Но мы можем, если мы видим, что в этом же фрагменте между ребенком, костями и игрой, тот же самый корень, paides, paizen, есть смесь, семантическое, то мы видим, что смысл ребенка в игре, смысл игры в ребячестве, в случайности, и, соответственно, почему ребенку правление? Потому что игре правление, галлюцинации правления. Отсюда мы можем по-новому пересмотреть лозунг французских леваков 68-го года «Вся власть воображения». Мы можем сказать так, вся власть галлюцинации. По-настоящему править может только полностью галлюцинирующий правитель, посвященный в галлюцинацию, осознающий галлюцинативную природу реальности и, по сути дела, царь играющий, царь юродствующий, царь бредящий, царь воображающий. А поскольку мир, с которым мы имеем дело, и его истоки, они все лежат в сфере воображения. Обычный царь слишком серьезно относится к своим обязанностям. Он там обирает несчастных населения, стремится накопить как можно больше богатств, и это плохой царь, потому что у таких царей, как правило, как даосы писали, все не клеится. Только тот царь, который развлекается, который придуривается, который на самом деле посмеивается, занимается чем-то абсолютно бессмысленным и таким вызывающим, идиотским, вот он на самом деле несет с собой счастье. Это правильный галлюцинирующий правитель, который знает, что такое настоящая инициатическая власть. Здесь можно сказать очень интересно, что посвящение, когда вот посвящение описано в Чакравартине, тантрийское посвящение царя, оно связано с созданием мандалы. Что такое мандала? Мандала – это на самом деле некое тантрическое царство, которое представляет собой непрерывный план, в котором в центре находится Шива и его Шакти, и от них исходят такие, от их любви, бесстрастной со стороны Шивы и страстной со стороны Шакти, исходят во все стороны дикие энергетические волны, вплоть, которые оседают и структурируются на периферии. Вот это представление о мандале, создание такой мандалы, создание вот этой высокоэнергетического поля, вот этого высокоэнергетического поля, в котором в центре находится магический господин, а вокруг все залито, струями его любви,
И в этом живет его население, а сам он обходит, объезжает свои границы и свой народ строго по кругу, как солнце, как солнечный император, это создает некую особую царскую онтологию, сакральная империя, это и есть сакральность настоящей империи. Сакральное царство есть мандала. Мандала не является образом реальности. Мандала это и есть структурированная галлюцинация, правильная королевская, инициатическая, тантрическая, имперская галлюцинация, которая на самом деле находится, очень интересно, а где она находится, где онтология мандалы? Например, буддисты, мы знаем, калача кричат ее на песке, который есть, его нет, она рассыпется. А на самом деле, где бытие этой мандалы? Мандала это сама по себе и есть плоть галлюцинации. На самом деле, те, кто считают, что это плоть лишь янтра, лишь образ, через который мы смотрим на другое, они ошибаются, как и те, которые совсем уже полагают, что это некая копия стала наблюдения за тем миром, в котором мы живем. Не того мира, в котором мы живем, вот во плотской, такой мясистой, такой добротной стати, ни какого-то далекого творца, трансцендентного и как бы все понимающего, мудрого не существует. Существует только одно море этой сакральной империи. Вот откуда можно подойти к истокам сакральной тантрической политики. Политики, которая имеет дело с галлюцинативным полисом, где государство, вместо государства, такой машины, визжащий, скрипящий, с огромным количеством налогоплательщиков, каких-то избирателей, мы переходим к игровой, живой сфере галлюцинации, которая на самом деле более реальна и чем наше мясное существование, и даже чем наши домыслы о каком-то добром и благом там трансцендентно находящемся начале. На самом деле, вот откуда страстность тантрической политики. Вне политики ничего нет, на самом деле. Ни религии, ни материализма. Ну, религия это некая конвенция, а материализм это просто самая грубая форма иллюзий неостроумных игроков. На самом деле есть просто качество игры. Высшая форма игры это игра в политику. Игра в сакрального императора, в ту внутреннюю империю, о которой говорил Эвола Ильич. Так, конец света. Конец света и конец иллюзий. Мы знаем, что Рене Генон заканчивает свою великую книгу «Царство, количество и знаки времени» такой фразой, что конец света будет ничем иным, в конечном счете, как концом иллюзий. И вот здесь уже, так внимательно проследив за антологией галлюцинаций, можно задаться вопросом. Да, мы живем, понятно, что близко к концу времен, мы чувствуем этот конец, более того, нас только этот конец и интересует. В конечном итоге конец гораздо света интереснее, чем его начало, потому что здесь мы узнаем, чем закончилась эта драма. Вот есть такие сериалы, которые обрываются на середине, очень увлекательные, интересные, а дальше умирает кто-то из актеров, или режиссеров, или спонсоров, разоряется, или слабо как-то с ним что-то происходит со спонсором, и сериал обрывается. Но нет ничего страшнее, чем такой сериал, на самом-то деле, поэтому нет ничего страшнее, чем мир без своего конца. Вот если бы нам сегодня сказали достоверно, что конца света не будет, я думаю, это было бы страшно. На самом деле, как это без конца? Значит, все бессмысленно. Значит, все абсолютно человечество страдало, жило, думало, грезило, двигалось куда-то, все абсолютно бессмысленно. И мы не узнаем для чего, и мы не поймем, кто был там в первой серии, почему Донна Роза родила этого Хосе, какого-то незаконно рожденного бастарда. На самом деле мы этого не узнаем, и у этого вообще нет смысла, и получится, что мы как бы полностью мы просто введены в заблуждение. Мы думали, это фильм, а это что-то другое. Поэтому, если отнять у нас веру в конец света, в котором обнаружатся смыслы истории и обнаружится задача существования этого мира, на самом деле мы настолько обеднеем, мы настолько обнищаем, на самом деле, что трудно себе просто представить, мы этого не вынесем. Если бы мы знали, что конца света нет, то человечество покончило бы с собой, он бы наступил. На самом деле, поэтому нет ничего более страшного и эсхатологического, чем мысль о том, что у света не будет конца. Я, кстати, все-таки к этому страшному и хочу вас подвести. Так вот, Гедон говорит, что конец света – это конец иллюзий. Предполагается, что когда
То, что мы живем, это иллюзия, но это очевидно. Или еще почти не самая последняя иллюзия, а предпоследняя иллюзия, поскольку последняя иллюзия будет великая пародия по Генону, то, что соответствует, как мы знаем, постмодернизму, когда не нынешние стадии, а следующая, может быть, через одну стадию, когда все вот эти банковские, мондиалистские структуры начнут создавать нечто вроде сакральной всемирной империи с традиционалистами, такими как наш друг Седжвик и, может, кто-то из нас, кто выживет во главе. Потому что, на самом деле, конечно, то, что они нам пытаются сегодня впарить в качестве такого Brave New World, но это несостоятельно, это рушится на глазах. Это дурной спектакль. На самом деле, настоящий спектакль впереди. То есть, в этом и есть сила антихриста, он должен действительно соблазнить. Пока он соблазнил грязь и червь. Да, они ходят, смотрят там Цикало, Урганта, молодцы. Но это черви. Реальные люди абсолютно иммунны по отношению к этим убогим уловкам, на самом деле. А соблазнить надо их. Малые, избранный остаток. Их надо соблазнить, поэтому постмодерное царство антихриста будет очень интеллектуальным явлением, очень духовным, очень религиозным, и это впереди. Именно это будет великая пародия, потому что там, как бы, на лохотрон может купиться только крайне такие наивные персонажи, соответственно, на нынешнее. Поэтому все немножко впереди. Но это иллюзия, которая будет действительно серьезной, и которая будет по-настоящему соблазнительной, по-настоящему интересной, привлекательной и уникальной. Вот она-то и лежит с точки зрения Генона, как последний аккорд старой эпохи, как приближение конца света, когда она внезапно, мгновенно падет. Иллюзия падет. И когда она падет, что на место нее встанет? Ну, по Генону понятно. Vincit omnia veritas. То есть он противопоставляет иллюзию и истину. Veritas. Соответственно, иллюзия с миром заканчивается, полюса переворачиваются, человечество нынешнее исчезает, приходит новое, замечательное человечество, свеженькое. И восстанавливается традиция, восстанавливается прямой путь Цират аль-Мустаким, восстанавливается такая сакральная иерархия, и истина торжествует. Но, а мы только что внимательно рассматривали, что на самом деле иллюзия не противостоит истине. Иллюзия вообще ничего не противостоит. Иллюзия – это игра. Так вот, имел ли в виду Генон, утверждая, что конец света есть конец иллюзий, имел ли он в виду, что закончится игра? А что же тогда начнется? Если игра закончится, то это истинное бытие нового Золотого века, новой Манвантары, новой Сати-Юги. Чем это будет? Не игрой, что ли? Как может быть не игра, когда сама идея того, чтобы создать нечто иное, нежели Бог, уже есть определенного рода иллюзия. А если Бог не будет ничего создавать иного, кроме самого себя, если единое не будет проецировать из себя не единое, то есть бытие по неоплатонизму, то тогда на самом деле никто о нем не узнает, о его существовании. Соответственно, в самом наличии чего бы то ни было, в самом бытии чего бы то ни было, и в бытии вообще, уже есть игра. Потому что именно оно не первое, а выдает себя за первое. Потому что есть нечто, что ему предшествует, и это не очевидно. Соответственно, возникает совсем интересный момент. Что может начаться, когда закончится мир как иллюзия? Здесь мы должны подумать, отмотать немножко назад. А что такое Кали-Юга? Мы вот говорим, что мы живем в Кали-Юге. Правильно, абсолютно. Ну, как это называть? Безобразие. Кали-Юга. Но когда она началась? Когда стало плохо онтологически? Вот моя гипотеза заключается в том, что Кали-Юга началась не тогда, когда бытийные условия вот этих тех источников, этих стимулей на самом деле стал как-то подгнивать, а когда мы начали осознавать, что то, с чем мы имеем дело, это и есть игра и иллюзия. То есть Кали-Юга есть понятие гносеологическое. Кали-Юга не институционализируется объектом. Кали-Юга начинается тогда, когда субъект начинает подозревать, что его обманывают. Нагло и подло используют. И в этот момент он понимает, что мир вокруг него – это какая-то дрянь.
До этого ему это в голову не приходило, его вполне это устраивало. И вдруг он смотрит, что-то не то. И когда он начинает воспринимать мир как что-то не то, когда он начинает подозревать, что дело как бы плохо, тогда это и становится фактом. Тогда он продуцирует из себя коллегический мир, сам он, сам человек, догадывающийся человек, и отсюда тогда становится понятным. Та удивительная, загадочная фраза, над которой я думал в течение всей своей жизни, проронена однажды Евгением Всеволодовичем Головиным. Он сказал, там, где мы, там центр ада. Не мы в центре ада, это было бы еще ничего, а там, где мы, там центр ада. Поэтому, где Кали-юга? Когда Кали-юга? Кали-юга тогда, когда мы начинаем подозревать о том, что находимся внутри иллюзии. И мы подходим к концу существования этой иллюзии, именно все более и более осознавая ее иллюзорную природу. Ну и как вот перешагнуть, как закончить Кали-югу, как поставить конец в мире? На самом деле нам не думать, не наступит или не наступит этот конец мира, нам надо думать, как его осуществить. На самом деле, наша задача, без нас он не наступит, сам по себе на голову ничего не упадет. Мы сами должны принять это решение, мы должны более того найти способ, как закрыть эту историю. На самом деле, и это очень непростая вещь. То есть вот мы обычно говорим, как выжить человечество, как предотвратить глобальное потепление. На самом деле люди, обостренные на философии, думают, как бы что-то сделать такое в духе глобального потепления, чтобы это наконец все залило или сожгло, или просто перестало существовать. Потому что ценность всего этого, по факту, ценность этого статус-кво никем еще не доказана, не продемонстрирована, не убедительна, не аргументирована. Нет даже ни одной диссертации, почему человечеству защищено, корректно, почему человечеству надо выживать, например. Никто об этом не думает, нет никаких аргументов. Как любая эвиденция, на самом деле, она является чистым обманом. Поэтому вопрос о том, как же закончить мир и как же избавиться от иллюзии, как же ее преодолеть и что предложить взамен? Это вопрос очень непростой. Потому что самое, такое естественная идея заключается в том, и, кстати, с этим связано, почему у нас в христианстве нету следующего цикла. Просто христиане не могут понять, зачем он нужен. Конец света наступает навсегда. Потому что вот это вот действительно, если он произойдет, то больше никакого света не будет, потому что действительно восстановится и время, и смерть, все исчезнет. В этом отношении христианство более остро ставит вопросы. Оно ничего-то не знает, как многие традиционалисты считают, оно все прекрасно знает. Просто вот продолжение во времени одного и того же абсолютно не интересуется. Христианство размыкает цикл вечного возвращения. Но давайте вот еще сосредоточимся, как можно уйти от иллюзий или как можно организовать конец света. Конец света организуется снятием другого, нежели первоначало, нежели единого. Вот как-то, если мы сумеем организовать нечто, что завершит существование не единого, то есть бытия, как его, как раз плоть иллюзии, тогда мы на самом деле можем сказать, это великая пролая, махапралая, то есть мы собираемся просто лишить Бога, как тайного сокровища, быть познанным. Ведь он создает мир для того, чтобы быть познанным. Но никак иначе, кроме через бесконечную трагедию и осознание иллюзорности иллюзии, мы не можем понять его существование. Все остальное сказки. Реально Бог дает нам боль. Боль того, что мы не он. А раз мы не он, а если еще даже и не можем быть им, и никогда им не станем, то вообще, что это за загон, что за скотов нас, какими скотами нас сотворили из веселых, живых и сильных волков, из диких зверей, в кого нас превратили, и зачем вообще мы здесь есть, если мы не являемся им. Получается, что в самом акте этой иллюзии, в самом акте возникновения чего-то иного, нежели единое, уже заложено попрание истины, уже заложена боль, уже заложено страдание, уже заложен ад. Мир – это ад. Он сотворен как таковой для того, чтобы свидетельствовать о том, что Бог не таков. Мы это поняли, но помните, у суфиев была такая тема относительно спора, по-моему, у Руми, если я не ошибаюсь. Идея того, почему выгнали
Адама из рая после того, как в Коране, кораническая история, после того, как он прорастил пшеничное зерно. Потому что вроде ерунда, там грехопадение Адама в Коране другое, нежели у нас христиан или иудеев. Он посадил пшеничное зерно, нарушил кочевнический принцип никогда не прикасаться к хлебу, совершил такой вот, ну как бы сказать, надругательство, запрет на табу кочевые, и поэтому был изгнан из рая. И вот тут философы суфии задаются вопросом, почему Адам, ему было очень просто ответить на этот вопрос, когда Бог его спросил, зачем же ты это сделал? Он бы мог сказать, ты меня создал, ты все знал, зачем ты меня создал? Так он, я никто перед лицом твоим, ты меня создал и создал меня таким, вот нарушающим твой запрет, поэтому извини, оставь меня здесь, сам виноват. Почему Адам этого не сказал? Из вежливости, говорит Руми. Из вежливости. Вот это очень тонкий момент. Не стал спорить. Он считал, что это нехорошо спорить со старшим. А вот не думайте ли вы в таком случае, что мы, стремясь избавиться от иллюзий, стремясь вернуться к единому, вот по этому прямому пути, мы на самом деле в каком-то смысле ведем себя немножко некорректно. Если нас вбросили в эту иллюзию, если мы являемся ее носителями, если мы обманутыми, что это за наглая претензия к пробуждению, наглая претензия к освобождению и к уходу из этого абсолютно галлюцинативного мира? Если все, что может быть, обязательно галлюцинация, то в чем наша претензия? И вот здесь как раз очень тонкий аспект. Неоплатоники утверждали вечность мира. То есть неоплатоники говорили, что мир может, конечно, быть похуже, получше, но он не может не быть иллюзией, раз. И он не может не быть. Вот это вежливый ответ. То есть Кали-юга, ну вот, а что мы хотели? Нам не хочется страдать, а почему? Собственно говоря, может быть, страдание это и есть наш единственный смысл существования, а не будучи страдающими существами нас вообще бы не было. Здесь возникает множество очень интересных и фундаментальных вопросов. То есть, так ли плоха иллюзия, или так ли плохо зло, или стоит ли избавляться от страданий. Мир страдания, ну и что? А вот есть какая-то более глубокая мысль, чем те простые, какие почти животные ответы, которые мы выкрикиваем. И эта мысль, на мой взгляд, очень важна. Ну, завершая, можно сказать о следующем понятии в неоплатонизме, которое является очень важным для нас. Неоплатоники рассматривают общую картину порождения иллюзий таким образом. Существует три момента, глобальных три момента. Это мане, продос и эпистрофе. Единое, хэн, всегда остается тождественным самому себе. Исходит из себя проводос, выходит за свои пределы, переливается через край, как идут плотин, как чаша, как громокипящий кубок. И, выйдя за свои пределы, то есть став бытием, превратившись в иллюзию, потому что проводос конституирует игру, конституирует иллюзию, и потом возвращается через этой эпистрофе. От этой иллюзии возвращается к самому себе. Вот из этих трех моментов постоянство мане, проводы с исхождения и эпистрофы возврат состоит вся диалектика мира. Но есть такое понятие эпистрофы и проводы, противоположные движения. Проводы движется от, а эпистрофы движется к. От начала к концу и возврат от конца к началу. Но есть такой термин, который означает интеллектуальную интуицию. И по-гречески этот термин звучит как эпиболе. Эпиболе – это переводится у нас как интеллектуальная интуиция или интуиция. Очень интересное описание у Прокла того, чем является движение эпиболе. Это движение является одновременно продосом перехождения до своей границы и возвращения. То есть на самом деле это и создание иллюзии, и ее снять. Причем в том нераздельном, органическом, предшествующем дуальному дигитальному коду единстве, на которое эта тенденция позже распадается. Иными словами, эпиболе – это такое духовное действие, которое
объединяют в себе два взаимоисключающих движения метафизических. Выход за пределы абсолюта, порождающий мир, и возвращение в абсолют, губящий и снимающий, перечеркивающий этот мир. Обычно мы скажем, ну это-то альтернативы Проводос и Пистра. Выход за абсолют и конституирование игры, лила, галлюцинации и ее снятие, конец мира. А неоплатоники говорят, нет, есть эпибалы, которые объединяют эти два движения. То есть можно так сказать, что это не просто бесконечный мир, а это в каком-то смысле бесконечный конец мира. Когда мы переживаем конец света не как то, что будет раз, а потом он опять возникнет, а как мы переживаем мир, как его собственный конец, и конец переживаем как мир. Иными словами, недуальное понимание эсхатологии. Когда мы противопоставляем иллюзии, не реальность, не истину, не то, как оно обстоит, и не единство непроявленного Бога, действительно, как сказано в Коране, Бог был тайным сокровищем, мы были тайным сокровищем и захотели быть узнанным, сказано в Коране. Но если мы просто вернемся к нему, то не будет того, кто скажет, что оно тайное сокровище. И да, это очень трудно быть там, за пределами, быть в иллюзии. Будет очень неприятно быть обманутым и изнасилованным манифестацией этой глобальной галлюцинации. Но одновременно кто же тогда скажет об этом сокровище, что оно действительно по-настоящему скрылось, сокровище, сокрылось от нас. Соответственно, оно стало узнанным, это сокровище, страшным образом. И оно, если мы закроем мир, если нам все-таки удастся осуществить конец света, что-то мы хорошее сделаем, мы вернемся. Но на самом деле мы вернемся, и это будет неправильно, потому что реально нас сюда послали не для того, чтобы мы возвращались, а для того, чтобы мы что-то здесь откопали. Вот хочу закончить известной уже фразой из Юрия Витальевича о том, как Федор рыл ход Фомичевым. Вот действительно, я всякий раз возвращаюсь к этой фразе, Федор рыл ход к Фомичевым. Он правильно рыл, он на самом деле не очень твердо понял, что ему нужно от Фомичева, кто он такой, что он делает. Но общее движение его метафизической сути Федора Сонного было направлено очень верно. Он не лез куда-то в гору, не проводил ни в стенаниях, он упорно и методично рыл ход к Фомичевым. И этот ход, на самом деле, он, видимо, становился все более и более захватывающим, все более и более, более глубоким. И, конечно, мы не знаем, вот логика великого писателя Мамреева пошла по одному, там, по-моему, Федор дорыл ход, там добрался наконец до Фомичева. Но на самом деле можно представить себе и альтернативный сценарий движения шатунов, когда Федор роет и роет, он открывает подземные царства, видит огромные миры, и все ему недостаточно, все это ему мало. Он ищет этих Фомичевых, на самом деле, о которых уже за пределами Калии, Крита, Исатии, Юги Фомичевы ускользают от него, и Федор ищет и преследует их сквозь самые невероятные ситуации. В общем, не очень хорошо понимает, что он делает, зачем и где он находится. Поэтому я хотел еще добавить одну часть по поводу радикального субъекта, что он-то является как раз тем, кто всегда наблюдает тайное сокровище, и когда есть мир, и когда нет мира, как другой, нежели оно.